Это канал просто о мультиварке. Сегодня мы будем готовить тушеные котлеты с моцареллой. Котлетки – это штука достаточно такая известная и очень даже горячо любимая. Но иногда хочется, чтобы обычное блюдо было не совсем обычным. И вот сегодняшний наш рецепт как раз из таких. Вроде снаружи обычная котлета, а внутри будет приятная такая вкусовая бомбочка в виде моцареллы. Блюдо достаточно простое, но при этом, более того, кстати, мы его сделаем более-менее таким полезным. Оно будет тушиться, а не совсем жариться. Итак, впереди нас ждут продукты, приготовление, а в конце видео калорийность, белки, жиры и углеводы. И не забывайте, если ваша мультиварка несколько мощнее моей, желательно уменьшить время приготовления. Продукты для приготовления нам потребуются 600 грамм фарша, я взял говяжий, 200 миллилитров томатного сока, муки 60 грамм фарш пойдет, а 10 для обвалки, итого 70, одно яйцо, 100 грамм собственно сыра моцарелла, соль, перчик, ну там по чайной ложечке и 40 миллилитров растительного масла. По продуктам у нас все, впереди подготовка. Готовим мясную часть для наших котлеток. Смешиваем фарш, 60 грамм муки, соль, перчик. В общем-то, вот он готов. Ну а сыр моцарелла режем пополам, будет 8 кусочков на 8 котлет. Далее делаем, собственно, котлетки. Берем кусочек моцареллы, вкладываем в фарш и изваляли в муке. Ну, либо в панировочных сухарях, как пожелаете. И мы переходим к самой готовке. Итак, отправляем в чашу масло и наши котлетки. Будем их жарить по 7-8 минут с каждой стороны. Поехали. Итак, через 14-16 минут жарки, один раз переворачивали, можно отправлять томатный сок в чашу. Открываем и отправляем. На режиме тушения 20 минут. Посигнализировано, что программа выполнена, и пришло время отправлять наши котлетки к гарниру. Сегодня я выбрал гречку как гарнир, и собственно пришло время отправки красоты. Полить тоже не помешает. Ну а украсить крайне желательно будет зеленью. Очень простой рецепт, готовится достаточно быстро, очень вкусно, ярко, красиво и приятного аппетита!